Ну понял. Могу вам похилить, то нормально, не так уж и быть. Чё, все готовы? Лак. Да, он пускай Фёрн. Будет кричить на... Фёрн в класске. Масло там у кого-то кончается. Уже нету. Ну, гляньте. Короче, даю отсчет. Таня, усы. Ну, блядь, мало вот вас дернулось туда. Способность клеймо стоишь. Чуть назад. Маленький, все. Ну, милики, отходите вы от него, блядь, на рывке. Я же говорил. Аннигиляция вправо. В метку верните его потом. О. А нахуя ты побежал к нам? Расскажешь с черепом? Ну, на борезка. Ну ты должен был сдохнуть, блядь. Или пережить ее локом. Нет? Или ты решил нас вайпнуть? Ну я без понятия. А, ты без понятия, да? Ну вот подумать головой ты не думал, не пробовал сам, зачем мы клеймо выносим быстро, реагируем далеко. И когда начинается аннигиляция, что надо делать? Клеймон. Бежать в рейд? Ну, по идее, нет. Ну, как-то и дохнуть тоже не вариант. Ну, ты лок. Вот давай начнем с того, ты лок. Вот на нас было до этого аннигиляция в хилах, там, два раза продуло, мы выжили, блядь. То есть ты можешь в обратную сторону пропустить аннигиляцию, поймать один тик и выжить, правильно, на локе? Ну, да. Ну, да. Не сказал, что сделать, все. Да нет, там рессуют. Если под боссом прям тебя рессуют, сбоку обойдут. На всякий случай для драктиров здесь бьет природа и огонь. У них можно защиту поставить. Можно не слакать, можно знать, какое у тебя созвездие и пользоваться его бонусами. Начинай ГПшку давать уже. А, все, вижу. Спасибо. А то до завтра тут сидеть вообще нет желания. Кто был первый пул? Забейте. Где ты там есть?
под палат. Кто там далеко у нас? Шкаф? Милики, смотрите за рывком и отходите от него в любом случае. Ну, видимо, побольше надо отходить, да? Да. Я же сказал, он бьет под собой во фрейме. До луны. Ребята, если вы отбежите, вы уже где-то на половинке, там, на 3/4 до луны надо. Миликам ключевое, это вот именно рывок, не умереть. И перебежать нормально ты с Нуборезки. Не во фрейме его. Ну и клеймо, да-да, клеймо это само собой. Да, клеймо в квадрат полукругом быстро, сразу, как только на тебе череп появился. Да, если аннигиляция, то если вы ничего не придумали, то, блядь, просто пиздуйте в Даларан, сдохните уж, честным образом. Ну, можно пропустить аннигиляцию, нажать свои прожимки там, блядь. Конечно, локом ты, может быть, и не пережил бы. Релох. Лучше умереть. Я говорю, лучше умереть. Умереть не варик, это, блядь. Лучше один умрет, чем весь рейд. Все готовы, даю отчет. Маркиза. Встань. Ему чуть назад. Это не чуть-чуть, блядь. И стоит. Ты, может, бить будешь дальше, не? Ну, блядь. Гений. Блин. А ты чё не на ренже? Потому что если я дальше отойду, я рывок не успею нажать. Он был, короче, но маг отошел себя назад, понял. Короче, упали на. Мы не будем бэрить. Тупо. Диван дали? Не, рывок меньше, чем увар. Ну вот, это вот спасибо магу, получается, да? Получается. Ты видел, как чуть-чуть делают люди? Да, у нее радиус там маленький. Тупо в твой фрейм. Но вы должны разлить все в одной точке его желательно. Ну, милики мы там плюс-минус пофиг, но просто если вы под РДД насрете на ход куда-нибудь выбегать, вы должны именно под стену бежать. Да, про обстрел. Рывок ты делаешь, отходишь в луну или в квадрат, куда тебе удобнее. Началось. Мне правда надо. Я же говорил, как на Аларе. Идет начало коста. Милики в начале коста уходят, РДД в конце. Маме не достало. Не знаешь, что выйти? Мне отойти надо. Ступа, КХС. Он Джесси вон дошел.
суммонингом там. Как закончился? Да там тоже весело бывает у нас. Сложноватенько он нам еще дается. Хотя бывали там у нас с первого пула мы убивали один раз. Это много людей было с первого статика. Джесси. Бля, у меня фласки нет. Сейчас летаю. Еще как? Я дам, стой. Давай. Все, один ты был не готов. Не вижу. Стой. Около рыбы прыгаю. Блин. Че, у тебя такие работают, не? А, это персонально. Все. Все? Да. Даю отсчет. Какой я? Третий слева. Ну, блядь, кто сейчас был? Все раньше. Тотемы, что ли, это сейчас было? Вот здесь я. Первый удар рукой. Нет, мне показалось, это были тотемы. Вот подошел он, поставил. Нет? ЛП. Ну, блядь, ЛП это ЛП, он ловит босса. Клоуны, блядь. Ну, по-другому не назвать вас. Нервы у вас не впервые? Я не видел. Ты говоришь, как будто кто-то трикоты пьет. Все. Кто-то пьет, блядь. Волна прохил. Повезло, что я не держал в таргете в этот момент босс. Уже видел танков. Метаморфоза. Скоро спецкарт. Испепеление. Почему Изера в мелизоне лежит, блядь? И кого вот она хилит сейчас из РДД? Это вообще кому надо? Там. Ну вот и все, блядь. Ресы. Затаили ресы, ханта. Сейчас РТД, если они глядятся, быстрее бегите, не успеете. Обстрел. Кто бежит тексте, блядь? ХП ёбнуть. Метром быстрее вернуться. Каст. Пепеление. Три милика пил. Зеры нет. Блять, вот. Ты ее специально сейчас снимаешь перед пепелением или что происходит, я не понимаю. Или ты не видишь, что она кончилась. Бьорн, рез и войда. Обстрел. Ты тут убегаешь сейчас, блядь. КРДД Маркизана. Хилан, точнее. И вот тут срет где-то в стороне. Ладно бы в метку ты по таймингу выбежал, ты вот тут срешь. Волна. Смотрю, ребаф, каски нет, лапы нет, блять. Одна стамина, ну ладно, есть. Заебись.
не проанонсили. Восстание. Скоро каст. И фаза. 2% 1. Зашли за спину. Отвернули туда между флагами босса. Правое плечо для танка. Геру я давать не просил. Самостоятельно, знаешь, когда надо. Решил. Стрел. Блять, кринж. Право. Под лицо бежать не надо. Кто там назад возвращается через лицо? Вы что, клоуны? Прям еще туда пробежали и назад через него бегут. Блять, это пиздец. 3 секунды заберу. Восстание. Справа. Может, медведя поменяешь? Да не, нормально. Он живет фулл ему, похуй. Уже пытался. Я ему сейф дал. Я потом в ланир дам. Да уже не надо. Влево. Бля, как... Ужас. Ужас, просто ужас. Вот с Изерой вообще кринж. А вот два просто... испепеления, сначала она в мелизоне, потом она пропадает, блядь, перед испепелением, ее нету. И ты кидаешь... там белый билет. Просто на последней говорить. Секунде. Это что такое вообще? Нет, тебя просто не прохилили. Потому что не было Изеры еще. Я даже... Ну, он половина этого делает полкруга. Он половина, я же сказал, делает полкруга. Когда фаза началась, я что говорил? Под лицо бежать не надо. РЛ злой. Не задавайте вопросы. Добрая атмосфера у вас, кстати, я зашел. Ну, блядь, я просто смотрю, как вы просто делаете на тебе лутер, хуйню какую-то вообще лютую. По-другому не получается, чтобы босс убился. Сука, лутер на тебе говорил. А, блядь. Вика, какого хуя в нас летело, блядь, слышишь? Идите трэш чистить. Атмосфера это добрая. Баг. Она не летела мне. Да, схуяли, умер. Оно летело, по ДБМ даже видно было, да. Истанно. Ну я умер, блядь, от вспышки. Хотя я стоял, блядь, на ранже. Стрела умер. Ты не... А, от вспышки, ебать. Да, от какого стрела, блядь? Вспышка, да. Так я стоял просто на ранже, понял? Да, ну, они не сбежались с босса, во-первых, начнем с этого. Ну, а во-вторых, конечно, я там, наверное, не отошел от них дальше. Хуй его знает. Атмосфера, блядь. Будет тут атмосфера, когда вы такую хуйню творите, блядь. Просто чё, видимо, мы думали, что таксичат просто так. Помню, лука атмосфера. Ни зачем, не надо, не думайте. Так, у кого там аддон с приором есть, у меня эта хуйня нет. Отсутствие. Ну тогда называйте, будет смотреть. Да, блядь. Что? Ещё, блядь. Кто вот стоп-приор сейчас? Смотрим. Девочка Трабл выиграл. Все. Блядь. Можем паролу, конечно. Да, паролу там, чтобы показывала, типа, кто ролит и какой у него приор. Погоди, это надо сейчас лутера перекинуть. Случайно, видать, да, нажал. Да, и око, да. И око. И фулл око еще, да, так что. Фулл око, нахуя. Печеньки. Пока я думаю. Хорошо, оставим выключим или надо проанонсить это отдельно? Мне нужны печеньки.
Я покурю 3 минуты. Воронка тут лежит, порулить потом. Кто видит, дам лутера разрулишь. Тебе дать, Горис? Давай я. Мне, по-моему, и ПГП только стоит, у меня сейчас будет хуйня. Давай. Просто нет, нажмешь и все. Тут и сапоги эти ватные лежат. И значок Элидари. Это ты ролл на шею кинул? Нет. Не, я тексте говорю. Че? Выключу помойку блядскую, но я помогаю. Да, можешь мне дать лутера, я разберу. Дай ему, потому что я пока, блядь, перезайду, нахуй, 40 лет пройдет. Ну там, по идее, чтобы не было этого ЕПГП, ты жмешь нет, и все. Когда у тебя лутера дают. Ты, видимо, да, нажал. Рольте тапки. В скобочках воронку. Не. Начало не тапки. Защита. Ну да. Еще тапки тогда. Ну, боешки что, да. Вроде эту хуйню. Я потом соберу. На месте. Мортас. Текст. Не заберу. Рольте. Крутой, что ли? Получается, покурю 3 минуты. Короче, у нас один боб на вайше, мы будем заносить 50% статический гнев в милизону. Вам буду называть ник. Для миликов выбегать из луж, босса выводят из ядовитых луж на фазе. Там только бить миликом, больше там их делать не надо. Если только ты паладин, кидать боб от заземляющего выстрела, деф. Так. 2 минуты покурим, там он мне пишет АФК, танки. Я вернулся лишь сам. Кто это, погоди. Вок, Застер. Я все равно... Пойду, отойду попить, налью. Перерыв, это только 5 минут. Че, тебе тоже надо? Не, ну, я говорю, если кто-то ушел, то... Все, 2-3 минуты курим. Ну что? Сколько помню, никогда в жизни не было 2 минуты. Это я об этом же Морти подумал ровно. Ну всегда, но меньше 5 никак не получается. Что ты сделаешь? Типа это... Стакан воды налить можно, сходить успеть только за 2 минуты. Кто на перерыв ушел? Тут, короче, сейчас на Регорна будет булить, может, кому-то надо. Америка, не. Стоишь, короче, в мире. Не подходишь прям близко к боссу, чтобы, типа, танки, которые держат, они были ближе к боссу, чем ты. И в танка не становишься, и под лицо. И все. На последней фазе, после 30%, его будут водить, потому что на земле будут разливаться лужи такие зеленые. Ну, типа, с луж выходить, они дамажат. И вот внимательно, вот когда ты ходишь, чтоб не оказаться слишком близко к боссу.
Это кому надо, Норика, значит. Забери лутера. Угу. Так, ну и чё ещё не сказал? Когда босс пулится, под лицо не лезь. И немного рэндж от него. На макс рейнджа от босса бьешь просто. Да. Тут больше ничего не надо миликам делать. Для миликов это просто... ФК-босс. Ну вообще... Когда видишь, если тут элементали еще выходит для РДД, если он близко подходит, его там подстанить, подконтролить, если чем-то можешь. Главное, под лицо босса не прыгай в этот момент. Да, ну как вар, я не знаю, имеет ли смысл эти чарж делать. Лучше, что нелишь дальше босса. А так это паладином, ДК там. И не стартуй, есть. Не стартуй с чарджа в босса. Да. Подбегайся немножко. Она есть... стреляет по ебанутому там перед лицом. Короче, танк на РНЖ у нас кто будет? БДК. Пиво, да. Там мобоки мы оставили. Четвертый танк нам тут будет нужен или мы справимся? Ну, смотря сколько ДПС. Смотря как быстро зальем, да, после третьего. Вообще хотелось бы вот как бы больше ДПС, да. Ну пусть, я не знаю. Если, если хочешь, я могу просто усилки в ХП перейти. Слышишь, нет, просто... Это... А, чё? Просто я это... Как мне, что делать? Надо держать его на платформе или внизу? Ты чуть-чуть спустился со ступенек, чтобы ты был дальним таргетом. Чтобы кто выносит статический гнев, не были дальше тебя. То есть ты надо буквально вот так, три ступеньки спустился. Да. И стоишь, хилишься об мобу. Но если я помру, нахуй, я не виноват. Ну, ты не должен умирать. ВДК хилится, он перехиливает этот выстрел. Смотрите, пожалуйста. Ну что, Норика, что ли, фармить? Да. Вы шустрый. Так и надо. Я уже второго так ЗРТ убил. Учитесь у них. Второго ЗРТ? После Гидроса, короче, на первого полетел. Понятное дело, тут есть время сделать, блядь, ты хуя. Еще агент какой-то запулил трэш, и я как раз успел. Не, ну просто, блядь, вы вынуждаете орать вот эти пулы кривые, блядь, вот... Все по чуть-чуть, а как еще? Вы ни по-другому не реагируете, если нормально. Маг там криво выбегает и стоит, дергается, что-то не может понять, как ему встать, блядь. Ну ты сделал шаг назад боком, стрейф, блядь. Чтобы у тебя рядом не были другие кемпы, через тебя не перекинулось случайно. Через других людей, кто там левее стоит в метке, правее, блядь. Ты отошел от них два шага, все, дальше бьешь босса. Нет, стоит, что-то тупит, смотрит, блядь. ДК выбегает от обстрелов, хилов между метками. Вот на это смотришь, тут, блядь, по-другому среагировать не получается на вас. И вроде бы как вы тут уже были. У вас там мейны 290-е. Вот как на вас реагировать по-другому, блядь? Вы типа там... Это для РДД и только для хилов.
Для паладинов надо вбивать заземляющий выстрел, чтобы видеть, кого бог кидает. Но так как у нас один паладин, может, мяч мы будем заносить статический гнев в мелизону. То есть на вас по-любому кинется первый дебаф, вот этот выстрел, в любом случае на меликов. Вас надо будет снять его. Я скажу ник, который забежит в мелизону. Там где-то будет 74-75%. Ну, 73. Давай драться, нам еще, блядь, БС. Давай. Сейчас мы расходимся все вокруг босса, хилы друг напротив друга. Я тут стартую с центра. С другой стороны, пускай девочка Трабл встанет напротив, за спиной босса. Слева Цитаэль, справа Шафран. Защитан как-то центруется, ближе к боссу подходит, чтобы... А мы летаем, нет? За спиной босса, где ДК? В плане летать... Она просто, видишь, просто тоже, она с ДКшника тоже первый раз играет, никогда не играла за миликом. Ну, ДКшником, не ДКшником, но я сказал, миликами, одним кемпом выбегать в сторону флагов к стенке, блядь. Я же все сказал. Ну, все, ошиблась, все. Ладно. Главное, что человек понял свою ошибку. Кто не готов? Аминь, Винстон. Отсутствовали. Мы не можем пулить, получается. Винсент тут. Аминь тут. Все тут. Мы летаем или нет? Так, Ретрик держит Кастауру. Сейчас. Тась, давай пробуем убить так босса. Поставь две метки для полетников, пожалуйста, блядь. 100% уже, блядь. Да что не бейте моба, не бейте! Не бейте моба, это для ДК, моб, блядь, алло. Дот полон рот. Стакается, вижу, ладно. Метки, ладно, так уж и быть, ставлю, давай. Раз. Два. Трусы — это третья пати. Луна — это четвертая. Четвертая пати — Хант. И Аминь взлетает. Бля, нет, Аминь не должна взлетать, она босса бьет. Взлетает Хант. Кого кинуть, кого? Но у меня в четвертую, а что там, тексты полетают? Давай вот так, да, давай, два ханта в луне и тексти до полон рот в трусах, да, спасибо. Все, остальное все понятно, начиная танки первые подходят. Даю отсчет. Внешку напуливать. Так, по поводу диспелов. Диспелим все, кто может. Я вынес слабый дух, белый билет. Я тогда первую, вторую пати буду начинать. Трэш развернись. Трэш играем, все РДД за собой смотрим. Камеру сзади. Дот полный рот, Азура страйк. Я не показываю на ком, скажите, на мне еще на ком. Я кину. И мы будем заносить. Да, заносить. Так, 80%. Завтра Аминь. Следующая пара меток, один будет забегать. Визит элементаля. База 3%. Чуть стопните, я забегу. То сейчас аккуратнее выносим статик. Ветра сзади ползают. Беспощадный выносим. Лемы, пожалуйста, ребята. 4 лемы с одной стороны идут. Помогите нам. Милики. На босса вообще нет ДД. Ну вот слева я вижу, там пачка РДД до хуя стоит. Сместите чуть-чуть. Уносим. У
Давайте сальву вставай, пожалуйста. Бля. Так, фаза Кора. Мортрес Бьорн. Быстрее, быстрее. Фаза 3. 1%. Ну, под Геру его надо резать. Все, лужи ждем, и потом выводим босса. И взлетаем после этого. Зачем ты встал ко мне? Застрый, шафран. Гады. А что, летать моя бабушка будет? Так, я похилю трусы. Двигаемся. Диспельс. Выносим внимательно. Подметки только не выносим. Да меня хил не достает, ХП я умру сейчас. Хильте, хильте, там у Джесси, гимн на ХП нажмите. Блять, ну вы рофлите, кто там хилит с другой стороны? Луну. Цитаэль, я вижу, там стоит. Нам не достает. Зера также в мелизоне вместе с моей лужей. РДД ты хилить не хочешь, да? Большим своим радиусом и Зерой, нежели чем лужа. Войд где-то умирает. Ну, бывает. Чему бы отпиздить этого ебучего? Меня кто-то дезинтеграцией взорвал, так. Кстати. Ну, кто-то это, увы. Я ДЦшника чуть не убил. У меня очень вовремя вихри пропали, я не мог понять, как его оббежать. Но он вроде выжил, он от меня отбежал. Говорите мне, кто выиграл. Кого там привор больше? Винстон? Да, я быстренько релогнусь, я отскочаю. У нас минус ШП. Сейчас я ЕП дам, потом кикну офис. Если хочешь. Я тоже, как я писал, я все ухожу. Винстон удал. Маунт. Но он по воде ходит. Честь маунты для девочек. Розовый лис. Любовная лодочка, любовная какие-то. Сразу же воронку роль. Девочка травл пока. Ну, короче, победил. Дальше, я думаю, вам тут не надо ничего, только если на транс. Да, Фурик, да. Гудак, убирай. Какой у тебя что пятый? А. 290-й грудак. 290-й, да. Я пускай забирает хупу. Так, а это преобразователь, кинжал. У меня тоже мысль, да, на танц. Короче, ты улетел, что ли? Следующему отдаю. Кто тут рядом? Войд. Сочтешь нужным, отдашь кинжал.
Канто. Но он уже улетел. Вока на фул? Ну, Вока он уже. Так, за два босса 400 ЕП. Вока мы на фул. А там ты на минуту улетаешь. Ну да. Вообще я узнал механику. Я пошел, я же писал заранее. Да, я понял, понял. Ну туда их... взлетают ханты, чтобы и кастеры убивать скатов, чтобы они лужами зелеными не срали под босс. Это окон фу. Сплюнь, а? Плюнь, пожалуйста. Так, чем? Чем? Ваш раз говорили, что ты пусть поедешь на СДС. Ваш фул закончится на халяве. Да, конечно. Просто если фул... Можно ТТГ будет сходить. Ну а что, может БС обычку? Не, никакой БС. Ну проход там, ну, делать войду плюс... Маркин. ТТГ может упасть 5 шмоток почти без всего, да, может, условно, а там печенька одна. Ну да. Сомнительно. Тексте. В лорде в рейд просит, Кирилл. Угу. Тут ебашит огнем, поэтому драктиры могут поставить защиту от огня. Желательно поставить. ФТГ люди сами могут ходить, а на келя в жизни никто сам не пойдет. Ну, кель чем? Только печенькой полезем и все. Ну, каким-то временным офсетом, там, плащом 290, и то, который хуже по статам 284-го. Пепел Арара. Ну, до свидания. Куплю за 500 000. Угу. Договорились, блядь, идем нахуй. Так, мы тут килим, как бы, рейд. Чур я продаю, Мортс. Да, кто выиграет не согласи. Тут не трэш жесткий, тут майн-контроль не жесткий, не как. Руплут, пожалуйста. Раз. МКшников пиздить. Брат, за что тебе? Ты прикинь, славян, это я еще, блядь, в 277-м шмоте попробую, в 264-м нон-стейте. А если одеться, сколько как платить? 125, 130? Надо будет, слышишь, прости? Надо будет, когда метис придет, нахуй, зайти на вара, блядь, и попробовать там. Какой у него хп будет? Чё-то, Аляр может также спихнуться на хп. Аляр может или не хочет? Не, ну, не знаю. Может, наверное. Ну, может, не хочет, не знаю, но может. Ну, да, а ты хочешь посмотреть, сколько хп будет, или? Да я видел, сколько у него. Ну, там, когда этот медведь, ну, короче, раз спекался. Да. 3К, короче, ой, 300К у медведя было под прожимкой. Ну не дохилили вы себя под вихрем, ну бывает. Не, ну там с брюлями, да, танки жирные выходят. Но все равно, некоторые боссы не прощают даже этого. Если вовремя не забирать. Муразон в хэме до сих пор. До сих пор, как бы, и навечно, наверное. Да, такой этот. Не, ну да, пока у тебя там 200 тысяч хп не будет, наверное, анбафом. Наверное, может, не знаю. Просто автоатака лапой дает. Мне понравилось, слышь, это ДВ гильда, блядь. Ну, такие двух танков в обычке делают, в БС. И РЛ такой говорит, вообще-то нахуй, БС танчит оп, два танка, а ПМ в один. Понимаю. Это какой босс? Муразон. Муразон в одного хм, интересно. Ну да, ты, я ж тебе помнишь скрин скидывал, они вводят по кругу, блядь.
Так а с трэшем они что делают? Вот, блядь, страшно ты сейчас рассказываешь. Я тебе и говорю, ХМ, блядь, ты понимаешь, что этот чувак, он даже не представляет. Давайте, блядь, потом обсудите нахуй ХМ. Да ладно, я рыбу ставил, мы типа бафаемся, там кто-то ресается, ничего. А что, мы же не гуляем. Короче, по тактике, танки у нас, Бьорн танчит у нас ближайшего, дальний левый танк это Горис, второй танк это будет Шилдмейден, и следующий после... Соответственно, пиво. Третий. Давайте. Ну это где? Это на какой платформе я буду? Вот как смотреть, слева направо я назвал сейчас. Горис, Шилдмейден и ты. Получается, я там, где робот, да? Ты да, так, можешь пошли. Идти уже туда. На боссе кто? На боссе кто? Ну, давай ты поводишь босса. Потому что ДК там погрипает, сваром поконтролит где-то. А ты поводишь. А это диспелить. Я же диспелил. Диспелить Бьорн будет, давай. Потом с него снимет. Конечно, да, лучше было бы, если вар поводит босса, ты подиспелишь. Давай так, вар поводишь тогда, ладно. А Бьорн подамажит. Вот. А Hate Your Mom потом снимет с горе со стаки, как будем подниматься. Вой, ты же помнишь, как подниматься с рейдом, да, вот тут справа? Чтобы не умереть внизу. Кто умрет внизу в огне, это ГП прилетит сразу. Каску. Налево бегут только два танка и хил. Хил, я буду стоять между вот тут танками, первым и вторым. Между вторым и третьим там ДК сам поживет, так что там не нужен хил, вы втроем на рейде. Давайте чек на баф. Главное, держите в фокусе босса хилы, и там потом на фазе все остальные тоже. Милики в РДД выбегаете под падение перьев в начале каста. Каст прошел, вы возвращаетесь. Метку поставлю на Джесси. Он еще под анонсистом. Че, кто не готов? Девочка Травл. Готов уже. Давай. Скажешь, как загрузишься. По механикам птенцов, там у одного фир надо каст отворачиваться, у другого дизарм. Я не помню, помогает ли отвернуться от дизарма, чтобы его не получить. Нет. Ну тогда все. Ты отворачиваешься только от фира. Это усталость, я скажу, где будет. Так, у нас вылетел хан. Что с хантом? Жизнь помотал. Он забирает что-то? Не знаю. Может, он не печат, но... Дис, напиши что-то в дельчат. Там, вроде в войсе, да? Не вылетал никто. Он в войсе. А, все. Слава богу. Еще один чек контрольный. Кто не подтверждает, тот баребух. Все, все готовы. Даю баребух, бля. На пулы вара. Мортис Кастауру держишь? Да. Yeah. Я фаер. Потом слабый духом тоже фаер поставишь у рейда. Так, по-моему, мы близко стоим. Очень под перья. Отойди те назад, РДД хилы. Падение пошло, милики уже уходят, РДД ждут. Все, РДД двигается. РДД не прям после конца, а за 003 где-то вот так. То есть под конец коста вы двигаетесь. Тут круг больше, надо убежать раньше. Но работает он не... Вот тут не работает, где я стою. То есть можно глубже, вот тут где-то. Не работает. Нет, круга помощи. 003. Считаем, ребят. Да, высчитывайте, ебать. Падение. Приготовились. 3, 2, 1. Если что, сейчас Горис, а не Hate Your Mom со стаками, я должен видеть. Трэш вот это подкинуть к тому и залить. Ну... Босса протаскивать. Все, а дальше не грипит ничего. На второй фазе не идти кого-то хилить? Нет, вы с рейдом. Так, одного моба долить, вот этого. Ну-ну-ну-ну, одного любого.
все, бьем. Падение. Двигайтесь. Вот кто это прыгает у нас, блядь? Борис. Дамажим, ладно, переводим, как переведется. Ну куда ты сейчас на магии диспелишь? Ушли. А, ну уже можешь, да, ладно, сорян. Диспель. Все, я иду. Блять, нет, я там не успею нихуя. Run, Forest, run. Найдешься. Давайте, ребята, быстрее, не успеем. Не, пиздаем. Да. Че, их ускорить кто-то может там? Сейчас втроем умрете. Никто не умер. Втроем. А, ну, Шилдмейден танк. Это на второй, да? Давай я на второй по танчике, да. Куда вы пошли? В печеньку собрались? Ты с Кастаурой, куда ты пошел? Только там нету, ну ладно. Усталость будет у вас предпоследней, слабость последней. Так, усталость — это что? Это фир. Фир. Короче, живите там, хильтесь. А чего будет, если их не танчить? Главное, уже... контрольте мобов потом между кемпами. Печеньку собрались. Элемы, маги, там, смотрите, отходите, контрольте заранее. Падение. Три. Один. Оживление. Контрольте. Каков тотем дайте? Чтоб били. Ну, пусть стоят. Следующий фир. Надо подождать, встали, чтобы потянуть. Встали. Вернитесь. Вот там Минь побежала без дискорда. На Гудране тоже самое было. Падение. Этот фир. Фир, отвернулись. Откинуть мобов, законтролить. Купол там нажать, все сейвы. Им на хп. Станк. Вы умираете, да? Не, пизданул. Огня и мана шел, не знаю. Не, хуй там. Слушай, а можно вы не контролите? Побежали. Вы не контролите, да? То есть я понимаю заранее. 4, 3, 2, 1. Вы должны бегать там на Элеме, на маге с этими мобами, дрочить. Иногда там какую-то кинуть хуйню в этого. Пепла. Ваш приор смотреть на мобов. Так, смерти. Ну, кто у нас танк умер и Войд, да? Ну, Войд это уж может простить первый раз. Ну, Войд тут был. Падение пламени, падение пламени. О, мы это уже все умирали, ладно. Ну это падение, кстати, очень криво понесли. Ну, ты можешь мне прямо говорить, Ник, кто выбегает, и я ёбну ГП. Ну Джесси, видимо, залагал, потому что он побежал прямо под этого, под моба. Ну. А остальные каковцы за ним побежали. Когда не смотрели. Нет, так там суть в том, что было падение. Оно прошло, и как будто еще одно падение было, как я слышал, нахуй, видел. Оно не прошло, как раз первое. Ты, короче, ДБМ обманул, походу, а мы поверили. Да, там ДБМ обманул, походу, вас. Надо именно смотреть. На касту. Ну, сейчас смотреть буду. Ну,